родителя Виктора Юнубзавки нашел артефакт, известный под названием «Кулаки правосудия». И сейчас ему срочно необходимо бежать оттуда, ибо этой ночью все монстры оживут в замке и пустятся за ним. Управляем на мышке. Я не знаю, как здесь избежать этих ловушек. И еще при этом тут нападают монстры. Как быть? Возможно, нам поможет какое-нибудь улучшение, на которое пока у нас не хватает, хватает. На сапожки, которые позволят нам быстрее бегать. Посмотрим, насколько наш герой стал шустрее. Вновь мы сбегаем, а заметно он пошустрее, я скажу вам. И это даже помогло нам преодолеть одну из ловушек. Собираем как можно больше монеток, чтобы улучшить в дальнейшем нашего героя. И мы преодолеваем очередные препятствия, набрав определенное количество монеток. Можем улучшить кулак, например. Мы лучше. Посмотрим теперь, насколько наш герой стал крутит. Он избегается и бежит. Кулак ему помог. А может и не помог, не знаю. Кто-то прятался за ящиком, но увы. В общем, ребята, сами думайте, что вам улучшать в первую очередь, а что ставить на потом.